A person who thinks all the time. Hey, всем чаще привет, с вами Яна Миншен. Да, я не знаю, я выживу или нет после этого видео, но так как скоро 2021 год, точнее завтра, я не знаю, когда это выложу, но то есть сегодня 30 декабря, 2 часа ночи, кстати. Я решила сделать каре, чтобы начать 2021 год с чистого листа, сделать кучу ошибок, ну, как, что, я и так их много сделала. Короче, сделать вот эту вот такую, знаете, вот офигенную ошибку для 2021 года. Но чтобы, когда был 2021 год, я не считала это как за ошибку, а говорила, что это ошибка 2020 года. Да, в этом разница. Я чувствую, вы нифига не поняли, но, скорее всего, вы и дальше ничего не поймете. Короче, вот у меня такие вот длинные волосы, то есть, ну, они не совсем длинные, но мне никогда не было каре. То есть, за все мои 12 лет никогда в своей жизни не было каре. Но сегодня оно будет. И прикол в том, что я не знаю, как у меня получится, потому что я никогда не резала волосы. Точнее, я помню, когда я была маленькая, я ждала челку. И типа там моя бабушка, там мама, короче, укладывали волосы, не знаю, что делали. И типа мне просто это бесило ждать, так как я не очень терпеливая. В итоге я взяла, короче, ножницы и постригла челку сама себе. Вот видите, какая самостоятельная. Вышло ужасно, пришлось отращивать, чтобы сделать ровную и красивую челку. Короче, я поменяла расположение, у меня вот такие вот волосы, я не знаю, грязные или нет, но я их мыла два дня назад, ровно два дня назад. Но я их помыла настолько фигово, что завтра тоже помою. Вот, они у меня вот такие, то есть, в общем, ровно вот до судова у меня волосы. На камере видно, что до судова, но на самом деле до судова. Короче, вот до судова у меня волосы, и мы их будем резать. Потому что правильно, мне нечем заняться. Также я буду снимать ТикТок, потому что у меня есть ТикТок, и черт возьми, для чего мне. Я уверена, что это видео, скорее всего, попадет в реки, потому что такие темы очень популярны, и скорее это видео тоже попадет в реки, по крайней мере, на это сильно надеюсь. И теперь мы можем приступить к вот этой вот задаче, к страшнейшей ошибке. Я не знаю, как все выйдет, но мне очень страшно. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Господа, вы знакомитесь с человеком, у которого просто нет мозгов, и на данный момент вы видите его последний раз с длинными волосами, да, волосами. Короче, я снимала момент, вот эта вот штука, она не записалась, конечно же. К счастью, я это заметила, реально, к счастью. И сейчас я доснимаю нормальный момент, и вы это все увидите, то есть вы будете людьми, которые увидят, как я стригу волосы. На самом деле, я думала, что я буду рыдать, потому что, когда я шла домой, я была во дворе, и мне пришла эта идея просто так. Когда я буду идти домой, я уверена, что я буду рыдать. Вообще, на самом деле, когда я шла домой, я и вправду рыдала, у меня немного пошли слезинки, но вот дома я не рыдала. Хотя ожидала совсем по-другому, ну, короче, вышло вот так. Вы реально мои самые близкие люди, потому что я тупо никаким друзьям, то есть никому не сказала об этом, и для всех это будет новогодний сюрприз. Я уверяю вас, это самый лучший новогодний сюрприз, потому что вообще самый главный сюрприз — это я. И еще я заметила, что я с очками и без — это тупо два разных человека. Серьезно? Так, сейчас мы собираем красиво волосы. Красиво, да. Так, спускаем, чтобы было одинаково. Господи, страшно. Так. Вроде как это типа одинаково. Не могу просто спустить. По-моему, одинаково. Так, стойте. Я должна это посмотреть в зеркальце. Немного надо спустить. Вот буквально столько. Лол, а по-моему одинаково, капец, просто. Люди, мы сейчас будем резать волосы. Мои волосы, а, пакет. Я чуть его не забыла. Кстати, я хотела снять видео о том, как я, типа, вот украшаю вот эту вот красивую стену. Но видео достаточно долго затягивается, и, в общем, скорее всего, его не будет. Но, может быть, если на этом видеоролике наберется много лайков, то будет и то. И оно будет таким же юмором, которого мне нет. Короче, сейчас я возьму пакет. Там находятся маски, но кто сказал, что их нельзя вытащить?
Кря. Берем пакетик, чтобы класть мои волосы. И мы будем резать. Боже мой, мне очень страшно. Вы не представляете, что у меня горит внутри. Это очень страшные эмоции. Если у вас длинные волосы, вы хотите сделать каре, делайте каре, потому что вы получите огромный опыт с этого. Хотя я еще не делала каре, типа, к тому, как я могу говорить, боже мой. У меня начинается немного, совсем немного, инфаркт. Блин. Прикиньте, типа, никто об этом не знает. То есть ни мама, ни бабушка, ни кто-то другой. То есть я, вот это вот человек, я сама это делаю. То есть никто об этом не знает. И сейчас будет прикол, если кто-то сюда зайдет, и я такая, типа, с полунарезанными волосами, типа, ой, я реально это делаю? Типа, что? Я это делаю? Короче, ребят, готовимся, потому что это реально серьезно. Я думаю, у меня все получится, очень надеюсь на это. Теперь я думаю, что у меня не получится, типа, вроде по сути нет. Просто берешь, вот так режешь, и так же другую. Типа, так. А в этот момент я молчала, потому что кроме шока у меня ничего не было и не могла как-то перенести по-другому свои эмоции. Из-за этого убрала звук, потому что, думаю, вам не было бы интересно слушать, как я каждые 5 секунд говорю «О, Господи! Капец! Боже!» и так далее. Ну а дальше сейчас будет все на быстрой съемке, и мы встретимся в конце видеоролика, где я покажу результат и немного поговорю с вами. Я не верю, что это наяву. Его надо типа туда лезть, да? В общем-то, ребята, вот такой вот результат получился. Честно сказать, я вообще не ожидала, что мне понравится. Я реально этого не ожидала, но, как видите, мне понравилось. И сказать честно, я в прямом шоке, потому что я реально этого не ожидала. И, короче, ребят, если вы хотите сделать каре, то советую вам просто сделать каре. И все. Это самое лучшее, что я могла вообще сделать в своей жизни. И я думаю, это очень прикольно. Ну, в общем-то, вот такой вот результат у нас получился. Я бы могла подровнять, но, честно сказать, мне дико лень. Но это же я. И именно по этой причине мы не будем подравнивать. Но, а на этом я с вами прощаюсь. Огромное спасибо именно тебе за просмотр. Люблю. Ты присоединишься к нашей семье, я буду очень рада, потому что скоро у нас 100 подписчиков. И я надеюсь, что этот день наступит поскорее. Ну, а с вами была Нармишен. Оки-доки. До свидания.